Здравствуйте! Вас приветствует Кадор Фитнес Таирова. Меня зовут Онищенко Олеся, я инструктор по йоге. Сегодня вам предлагаю выполнить балансовые формы. Так, исходное положение. Стопы очень плотно прижимаются в пол, подтягиваем коленные чашечки, убираем поясничный прогиб, подкручивая таз немного вперед, расправляем плечи и вытягиваемся макушкой вверх. Плотные руки тянутся вниз. Эта форма называется тадасана. Самое устойчивое положение в йоге. Исходное положение. Ставим стопу по бедру вверх. У вас точка опоры на полу. Хорошо стопа прижимается. И стопа прижимается в бедро максимально. Расправляем плечи, вытягиваемся макушкой вверх. Постарайтесь собрать свой центр. Это будет ваше еще дополнительное ощущение баланса. Вытягиваемся руками вверх. Плотными руками тянемся. Отпускайте плечи вниз. Не зажимайте плечами шею. Наоборот. Постарайтесь сохранить ровную линию вытяжения по всему телу, начиная от пятки, по всей линии позвоночника. Плечи у нас опущены. Эта позиция называется врикшасана, одна из основных балансовых форм, которая развивает чувство баланса, стабильности, укрепляет позицию ног. Сделайте несколько дыханий, глубокий вдох. И на выдохе мы опускаем руки, опускаем ногу, прокомпенсируем. Выходим на сердца-стоп, вытягиваемся хорошо макушкой вверх и снова добавим вытяжение. Здесь переплет пальцев рук, толкаем вверх в потолок. Расправьте плечи, сделайте несколько дыханий, вдох, выдох. Хорошо, опускаем стопы. Сделаем эту же форму на другую ногу. С вами был Кадор Фитнес Таирова. Занимайтесь с нами йогой. До новых встреч!